моего свидания с семьей должность десятника на дроводоготовках крепко уже утомила папу. Душа его жаждала перемен, бурной деятельности, и замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы. Я отговаривал родителя, только что был опубликован грозный карающий указ о финансовой и иной ответственности. Толковал ему о том, что семья, слава Богу, вместе от Иги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами. Мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольность ему трудовых подвигов. На что родитель ответствовал коротко и решительно. Яйца курицу не учат. И вскоре после моего отъезда из Сушкова подался таки на руководящий пост.